дорогие друзья! Спасибо за то, что просматриваете мой персональный блог Beauty for Any Age, в котором я делюсь всеми нужными и полезными продуктами для того, чтобы сохранить ваше здоровье и красоту на долгие-долгие годы. Сегодня я хотела бы с вами поделиться находкой, так сказать, для меня. Я нашла очень интересный продукт, который я попробовала, и мне, в общем-то, он понравился. Вот, хотя это я нашла его по рекомендации моих друзей, которые употребляли этот продукт, и они мне, в общем-то, посоветовали, я сделала search, и я нашла его и купила. Вот, я хотела бы вам показать и поделиться этим продуктом. Оно называется Super Beats. Смотрите, вот такая баночка. Этот продукт, в общем-то, это порошочек такой, сейчас я его открою и покажу. Видите, вот такой вот красненький, вот если его видно с ложечкой. Его надо разбавлять в воде и выпивать. Он довольно-таки приятный, очень на вкус и построен на основе биц, по-английски бурак, наверное, многие знают, да, это как свекла или бурак, как мы его называем. Вообще, если вы знаете, то свекла и бурак очень хорошо также действуют на наш организм. Во-первых, те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и давлениями, свекла, она понижает. Даже я когда-то сама себе делала такие соки, которые вот на основе свеклы, которые и пропивала его, и она, в общем-то, понижала мое давление. Вот, затем, если вы хотите улучшить свой иммунитет, поднять его, сделать его более стойким, очень есть хорошие средства, которые можно самим приготовить дома, в состав которого входит вот свекла, лимон, мед, морковь и, кажется, красное вино, несколько ложечек. Все это смешивается, настаивается и потом пьется. Ну, я сейчас точно не помню пропорции, это мне надо точно уточнить, и потом я вам, возможно, расскажу об этом рецепте. И потом она настаивается все и пьется 3 раза в день по столовой ложке, и тоже понижает и давление, и нормализует как бы кровообращение, и поднимает ваш иммунитет. Вот, но здесь уже готовы, так сказать, можно его взять, купить и выпивать, пропивать. Во-первых, здесь очень много витаминов, помимо свеклы. Здесь находится витамин А, витамин D, кальций и железо. Вот, то есть вот здесь мерная ложечка такая, если ее разбавите с водой и будете выпивать, рекомендуется сразу же, как только, желательно выпивать после еды, когда вы покушаете, вы мерной ложечкой разбавляете водички и сразу же желательно выпить после еды. Вот, и очень хорошо и благотворно будет влиять для вашего организма, для вашего тела, будет укреплять, во-первых, очищать вашу кровь и кровеносные сосуды, и пополнять еще витаминами, и нормализовать ваше кровеносное давление. Поэтому для тех, кто, у кого беспокоит это, вот, и если вы страдаете, вот, допустим, вот у меня тоже повышенное давление, я пью таблетки, но еще пью какие-то вспомогательные средства тоже, которые помогут мне это улучшить и нормализовать. Вот. А это как бы перемолотая уже, так сказать, свекла. Вот. И, пожалуйста, берете 1 мерную ложечку еще с добавлением витаминов. Разбавляете, и вам это очень хорошо поможет, будет благоприятно действовать на ваш организм. Вот. И вообще, конечно, смотрите, подбирайте все те средства, которые вам подходят. Просто что-то новое, то, что я узнала, я хочу с вами поделиться. А это действительно благотворно влияет на организм, вот, потому что иногда нету времени покупать, делать, резать, крошить, это все, конечно, занимает время, вот, поэтому для меня, допустим, легче пошел, купил, разбавил и выпил, так сказать, и получил результат. Вот. А тот, кто располагает время, кто-то может себе позволить это все, пожалуйста, делайте в домашних условиях. Вот. Но на это очень время надо. Вот этот сок, который я вам рассказала, он очень хорошо поднимает гемоглобин, очень хорошо улучшает. Кстати, вот этот тут тоже сок, он тоже поднимает гемоглобин, улучшает, вот, потому что здесь очень много железа находится. Вот, и кальций, железо и вот эти витамины здесь, A, D, они помогают усваиваемости
впитываемости, и вот эти вот нужные микроэлементы, которые вам не хватает, допустим, они будут хорошо абсорбироваться у вас в желудочно-кишечном тракте. Но перед этим, конечно, если у вас есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, опять-таки, я бы очень рекомендовала пропить трибиотик, о котором я недавно рассказывала. Трибиотик – это уникальный вообще препарат, его вообще рекомендуют вот врачи пить как бы на протяжении всей, каждый раз. Да. Утром я вот, допустим, тоже мерную ложечку ложу под язык, выпиваю, там она прекрасно пьется. Вот хотите в салаты, хотите ваши в смузи, и вам это только будет давать пользу, то есть это... А все нужные бактерии, они очень быстро размножаются, очень быстро впитываются, которые нужны в нашем организме, и залечивают желудок, и также способствуют нормализации его, и самое главное, хорошей впитываемости, хорошей усвояемости всех нужных витаминов, которые вы употребляете с вашей пищей в течение дня. Потому что иногда... Если у вас нездоровый желудок, нездоровый кишечник, сколько бы вы ни ели этих витаминов, сколько бы их ни съедали, если у вас хорошо желудочно-кишечный тракт нехорошо функционирует, они просто вам пользу не дадут. Просто вы будете выкидывать деньги, и они не будут впитываться и приносить всю ту пользу, которую они вам могли бы принести вашему организму. Ну вот, я выставлю это тоже постом на своем персональном сайте beautifulnh.com. Пожалуйста, проходите по линку. Если кто-то заинтересуется этим продуктом, Super Beats, пожалуйста, покупайте. Еще раз говорю, понижает давление, нормализует кровообращение, улучшает кровь вашу. Здесь еще витамины включены, витамин Э, витамин D, кальций, железо, насыщает ваш организм всеми нужными элементами, всеми нужными факторами. А в свекле очень много нужных и полезных элементов, которые будут способствовать вашему организму, которые будут улучшать его, укреплять его и укреплять вашу иммунную систему. Вся информация снова на моем веб-сайте beautifulnh.com. Пожалуйста, проходите. Также смотрите другие продукты, которыми вы можете заинтересоваться. Посмотрите, пожалуйста, тоже трибиотик, посмотрите коллаген, посмотрите косметические средства, все, что сделает вас молодыми и красивыми. Очень много информации, которую я предоставляю, которую я выкладываю все на своем персональном веб-сайте. Смотрите, проходите по линкам, и вы сразу сможете перейти туда, там, где вы сможете этот товар, какой-либо товар, который вам понравится, приобрести. Так что всем желаю хорошего, позитивного дня и настроения, красоты и здоровья на долгие-долгие годы. Пока-пока!